Всем небагнилага, дорогие наши зрители и подписчики наших каналов. С вами, собственно говоря, Дрожжа, Вульфирин Виталий и Скиф. И мы продолжаем играть Don't Starve Together. Да, здравствуйте. Привет всем. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, здравствует. Да, здравствует солнце. Да, время будет с вами. Пошлите охотиться. Иди, да. Идите, охотьтесь, я буду делать лабиринт. Я что, со Скивом пойду? Мы на тебя охотимся, прикинь. На меня? Ты лова такой, дальше побежали. Кстати, у вас этих щупалец, орудий, как их там назвать, нету? Ну, у тебя аж, я тебе этого отдал, не? У тебя кончилось уже. Давай я тогда копье возьму, у меня копье есть. У меня тоже копье есть, могу дать 94%. Раз я танкующий танк. Да, потому что танкующий танк, я буду так... Куда ты пошел? Куда ты меня ведешь? Паука? Паука надо? Подожди. Внизу пауки под нами. Большой, да-да-да. Я уже нашел каких-то почти что. Вот я вот тоже сейчас, да. Каких? Так, на... туда, вот, не туда. Просто надо, мне кажется, сделать. Я тоже делаю какой-то типа лабиринта, ребят. Я вам объясню. Надо делать ее чуть-чуть подальше от базы все-таки, потому что... Скиф, ты что ты делаешь? Уничтожит. Отводи. Опс. Петя встал. Петя встал, ребят. О, Петя, опять? Петя встал. Петя, иди. Гоша, Гена, кто ты? Иди отсюда. Гоша, Гена... Это не Гоша и не Гена, это Евлайн. Это Дарнагон. Воу, это было рядом. О, неплохо так валится. Ребят, я к вам, пожалуй. Не надо. Ребят, я к вам. Че-то так скучно мне стало. Соскучился вообще по товарищу. Да вообще, блин. Скучал. А ну, Фрея захвати. Да, и, собственно говоря, топает. Давайте, ребят, ему дадим одно имя, пожалуйста. Одно имя. Какое там самое длинное имя? О, две? Нет, одна. Две! Ёпты! Джека, ты что-то зря пришёл. Что-то, ребят, я... Они агрятся на ворот. Ребят, пожалуй, я домой. Две. Да. Ребят, пожалуй, я домой. Давай сюда веди своего... Да он не справится с ними. Сейчас я тоже забор... Всё, забор, господи, нормально. Я себе сделаю это. Сейчас вера в меня была? Да он не справится с ними. Не-не-не, Евлампия. Мы про Евлампия. А-а-а. Сейчас я тоже себе защитку, щиточек сделаю. У тебя же есть опыт уничтожения данных? Опыт есть? Так, распредели нет, его. Она своего ест, что ли, или что? Так, куда ты на меня какаешь пауками? Какаешь пауками? Так, я тоже помогу, пожалуй, хотя у меня нет щитка, но я тоже буду помогать. Хорош, честно. Она, в принципе, не особо сложная. Да она не особо сложная. Да, она медленная, она глупая. По мне, блин. Чёрт, она больше плодит. Мне только сражаться. Ёпси, мопси. Ой, чёрт. Женя. Оу. Веди сюда свою говно. Так, я попу ворота просто. Где этот говнюк деревянный? Да сверху там еле идет. Где он? Ауч. Оу, 20 хп снесло. Не, это чревато мне. Мне это чревато. Я даже одну победить не могу. Да, она скоро умрет, вот эта мелкая. Блин, а я не двое, их надо разделить. Тихо, она мне чуть сейчас не снесла. Чуть не всекла. О, к нам идет. Твою мать. Идет, да он еле идет. Я еще одну пуху сломал об нее. Да иди ты, как ты об меня вообще-то? А, он за мной. Да, он за мной, товарищ. Весело, мне и броню все сломали. Скиф, я тебе броню не дам. У меня 20 хп. Ой, ё-моё, вакханалия это какая. Веселье. Ай! Так, я тратить не буду. Я и умереть могу. Ай! Он за мной больше охотится, чем за ними. Да что такое? Беги! Охотники, блин, на привидений. Так, смеркалось. Они его не будут трогать, они не конфликтуют между собой. Как это не конфликтует? Ну это как конфликтует, только наоборот. Можно стравить. Как их стравить? Берешь и травишь. Как тараканов. Блин, они пауков плодят как сумасшедшие. Их просто двое, понимаешь? Потому и печаль. Бежим. Черт, я желтого паучка победить не могу. Все плохо. Скиф, я могу тебе дать этот щиток, где ты там? Да я, мне ничего не поможет, я один по ДПСу не вывожу, короче. Черт, они же сейчас на базу придут, ребят, они же сейчас на базу придут. Вы зачем их на базу ведете? Я там рюкзак оставил, слушай. У меня и дров нету, у тебя есть дрова, Виталь? Чёрт, их много. Дрова? А, есть. У нас же в этот сундук с дровами. Что делать, ребят? Я их увожу куда-то. Давай. Веди. Жень, давай делай, питаешь. Блин, а вот как? Чей рюкзак? Не знаю, чей рюкзак, но я...
А чё, чё можно придумать? Надо пчелиную бомбу поставить пару штук. Да, так не поможет. Я тебе говорю, надо вот этот лабиринт сделать и туда их завести, да и все. Так, окей, ладно, я отрываюсь, у меня же посох есть. Ну, правда, мало. Жень, за тобой тут гость идет. Ты в отвлеки. Не хочешь с ним побегать? Сходили на паучков, окей. Ты с ним побегать не хочешь, Витай? Нет, нет. Блин, ну я Питай хочу сделать. Я могу его подпалить. Не, не надо, он сейчас к нам всю базу сгорит. У меня 10, зато этих есть. О, как там... паучьих желез. Жень, я его немножко отвлек. Ты его ударил? Да. Хорошо, бегай с ним возле базы. Он горит. Виталя! О, хорошо, ребят, у нас на самом деле очень хорошо. У нас питая 9 штук из 6 ферм, так что хорошо. У нас следующий уже урожай пойдет в еду. Помогите мне. Нам бы надо было тогда эту, знаешь, кого заводить. Кого? Как ее, блин, старушку вылетела. А, этот, Викфрид. Чтобы книжки читала. Не, Викфрид, говорю, Викербот. Уберите его от меня. Вот, а что тут у нас опять? А Ванесян этот лазит. Джигурдян. Ну на Джигурдун вряд ли похож. Ой, сзади паучиха, твою мать, ребята! Что-то? Ну она сюда? Она сюда идет. Fuck you! Спилберг! Fuck the shit! А у меня нет ни хрена. А, нет! Я факела взял, ребят, я сваливаю. Слишком пока. Робот, чтобы умирать. Робок. Ой. Нет, нет, нет. Только не палите ее там, пожалуйста, ребят. Твою мать! Да. Сюда пришли. Нормально. Нифига себе. Ты посмотри, сколько пауков. Жесть-то какая. У меня вообще 18 хп, ребят. Так, прощай, база. У меня тут же 18. Пожалуй, мы слишком долго задержались на одном месте, ребят. Нам пора путь. Кто сказал, что кочевничный образ жизни это плохо? Это не Евгений. Вариант. Арабская, ну? Да-да-да, тут не только араб. Кстати, где-то тут мой рюкзачок был. Давайте их подпалим. Арабская ночь. Арабская ночь. Так, рюкзачок мой. Потому что я чей-то рюкзак вообще с базы прихватил. Это мой рюкзак. Я тебе его сейчас отдам, когда я свой одену. А пирожки наныканные есть, нет? Нет, нету. Давайте это его. На, забери, Виталь, забери свой рюкзак. Давайте их сожжем. Что мы мучаемся? Кого? Ага, ты понимаешь, что ты сейчас спалишь все вокруг? Да похер. О, еще одна паучиха. Ну, не паучиха, точнее, а это. Да. Что, упоролся, что ли? Упарин. Ты нас так не пужай. Так, чё, ребят, вы идите, да, туда. Они не за мной, они за вами гонятся, так что, да. Так, надо палить. О, пауки сюда пришли. Да-да-да. Одна паучиха, а вторая я еще не встретил. А вторая тоже за вами. Ах ты, ёп. Капец, у вас там вообще флешмоб за вами. Да я вижу. Так, а я побежал, я спал. За мной, ой, ребят. Ой, хорошо, и этот за вами тоже, чувак. Так, да давайте отрываться от них. Стоп. Куда? Дождь, чё этот Микашвили за нами-то идет? Микашвили? Что такое вообще? Так, пусть и тухнет уже. Да, ё-моё, я не ту кнопку все время нажимаю. Надо их куда-то в лес заманить и сжечь нахер. Вот что я думаю. Надо со скалы сбросить их, как в Спарте поступали. Скиф, они все за тобой бегают, ты в курсе? Сюда, что ли? Да, сюда опять пришли. Вот она популярность. Вот она, Скиф, популярность. Правда, я не знал, что твои зрители в виде пауков. Ну ты мало знаешь. Да, твои зрители. Ты слишком мало пожил. Ты ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Так, стопэ. Что-то они нифига не за мной идут. Они за мной идут. Они просто знают, кого проще убить. Говорит, да, долго не было души Виталия в нашем... В старстве Аида такой, да? Блин, я хочу молнию. Вон она открыто идет. Я хочу стать флэшем. Флэш, флэш, флэш. Блин, а давай иди сюда. Кстати, у нас же здесь свиньи есть, ребят. Нет, это читерство, они теперь все за мной, и это деревянный бро. Они не помогут. Не, ну хотя бы какую-то часть популяции уменьшат. Не? Ты думаешь? Ну почему бы и да? Я вижу, по крайней мере. А что ты хочешь сделать? К свиньям? К свиньям? Ну, что-то честно рухана сейчас будет. Здесь свиньи совсем надоели? Да они расплодятся. Пошли к свиньям тогда, что делать? Не? Так, Вульфин, ты бежишь не в очень хорошем направлении, там моя паучиха лазит. Моя паучиха, все уже, раздел. Она уже не твоя. Ну, папонька, идем за мной. Вот она нервничает сегодня. Что делать будет? Надо их убивать, только надо нам хп. Надо, Скиф, тебя в это пожертвовать тобой. Бери с собой, короче, много шестеренок и фигач, пока они сильно не опускаются хп. А потом убегай и лечись.
Он еще этих нагрел. Мне кажется, тут другого варианта просто нету. Так, вообще пати. Сейчас. О, я стравлюсь с механизмами. Окей. И ты думаешь, получится? А че нет? Ну-ка иди сюда. Ай да, все. Ой-ой-ой-ой-ой. Скиф, вот ты молодец. Ой-ой-ой-ой-ой. Он так. Еще паучих выдал. Или я просто табор нагрю на себя. Я с флеш, все. Уйди от меня. Ну-ка, ну-ка, ребятки. О, они стравились, по-моему. Четыре паучиха. Кто-то с кем-то точно. Сколько там? Раз, два, три. О, да-да-да-да. Энд, до хера пауков. Блин. Тут три паучихи уже, откуда еще одна? Жека, так ты же одну еще вызвал. Ты что, не видел? Я ничего не вызвал. Нет, Скиф вызвал еще одну паучиху. А, ну это я слышал. Я? Ты? Когда? Когда ты вот к этим побежал, к механизму. Воу-воу-воу-воу-воу. Да-да-да. Так. Тут просто какая-то, я не знаю, что это. О, господи. Так, это надо все сжигать во имя сатаны. Так, ладно, я убегаю. Надеюсь, я не отстану. Ёп! Я со скоростью флеша. 10 хп. Так, живи. Так, а где Жека? Ты чем промышляешь? Я фермер. Ага. На базе, короче, давай ему приведем. По фарминг симуляшн? Да-да-да. Назад, да, в кыш отсюда. Иди домой, иди отсюда. Ой, меня только что хорошо пингануло. Это сложненький. Не, ну это очень круто. Охо, вот так вот бегать. Жень, там такое. Так, они что, сюда идут? Да. Да, идите отсюда. Не, я тут сижу, пожалуйста. Идите отсюда. О, дай мне семечки. Да Скиф, ладно. Иди сюда, блин, флеш хренов. И я иду. Чтобы мир спасти от разрушения. Да-да-да. Ты его наоборот, блин, по-моему, разрушишь. Так, они... По-моему, я оторвался. А такие звуки жесткие. Кипящий чайник. Бомбануло. Завидуйте, завидуйте моей суперскорости. Я буду спасать людей. Ну, не, ну, кого тут можно спасать? Кроликов там. Свинок. Спасатель кролик. Надо еще свинок, а то мне мало кого спасать. Жень, у нас там есть этот пирог пожрать? Вон, готовится. А в холодильнике что, есть вообще? Нет? Да. Нету. Так, сгинь. Нет. Надо, нету я ничего знаю, в холодильнике, отстань. Я придумал. Иди. Ничего нету в холодильнике. Иди. Сейчас один пирог ты съешь, потом я. Все, иди отсюда. Нету ничего в холодильнике, нет. Нет, они не идут за нами, точно? Я сделал там подобие начала этого. Ну, не лабиринта, а просто комнаты смерти. Эй, Виталя, отдай пирог. Виталя, отдай пирог. Вылези из холодильника. Отдай пирог сначала. Отдай пирог. Ты положи, я пойду его брать и не вылезу из холодильника. Ну все, жди, я сейчас приведу, подожди, от друзей. Да я вылезу. Я вот думаю, какие-то орудия сделать. О, блин, пчеломина что-то очень дорого. Скиф, ты, блин, чайник реально. У тебя там, кажется, дно рвет, Скиф. У тебя там, кажется, сейчас уже что-то давление просто нереально херачит. О. Что, у нас ПВП нету, блин, я не могу кинуть в тебя. Беда, печаль. Да. Печаль, беда. Так, ну чё, где они там? Так, я пойду на разведку, где они там, пауки эти. Разведчики. Я очень быстро херов разведчик. Быстро херов разведчик. Шикарно. Так. Чё, когда у нас зима-то, кстати? На 60-й вроде день ближе. Если ну, примерно, потому что 55-й где-то, я не помню. Что-то я вообще не вижу, куда они кажется, делись. Или вот эта ферма какая-то слишком белесая. Ой-ой-ой. Какая? Ой-ой-ой. Белесая. Все, я вижу, я прозрел. Какая белесая? Да, беловатая. О, они тут кучу-кучу механизмов убили. Не знаю, о чем. О, у кого-то печаль с рассудком. Виталий, у тебя? Ну? Разгоняй их. Я разгоняю. Ну да, вон еще одна. Так, окей, свалили. Хорошо, что. Блин, как я скучаю по мини-карте, а? А я поставил. А я нет. Надо поставить тоже. Так, где эта лечилочка? Пепел. Один есть, надо еще один пепел. Надо сжечь что-нибудь во имя. Блин, а? Что-то с плошки-то, пауки. Во имя вульферина. Давайте, сжигайте во имя меня все. Окей. Жек, у меня палочки есть, можем палочки поджигать. Да вот, травы насобирать. Вот, смотри, вот. Есть факел? А, у меня есть факел где-то. У меня факелов, блин, 4 штуки. Делай. Да ты, зачем ты так раскидываешь, Виталий? Скинул что? Бы одним стаком, да и все. О, а вот и я.
Нахрена ты сейчас тут пожарище устроишь? Чё это? Виталя. Это палочка. Сос выложу еще там. Пали, пали, пали. Есть факел? Пали. Чё у нас еще нету? Ой, ё. Так они же одним стаком жгутся. Ну да, Виталь, я не знаю, зачем ты их скидал. Ну это так будет, наверное, феерично. Феерически, да, да. Виталий. Я тырю, чтобы они не это, да. Я понял. 30 штук. Стой! Мне больше не надо, наверное. Такое ощущение, вот не знаю, вот зима, кстати. Но такой момент, кстати, был, когда ты мне как будто бы руку... ты мне как будто по жопе только что вот как-то, да. По локоть в жопу засунул. Да, пепел. По локоть в жопу. Окей, так, я хотел сделать лечилочки. Так, где моя шапка бифла, я что-то не понял. Твоя шапка бифла там, кстати. Мою куртку не забирайте, ребят. Я свою забрал. Так, опять зима. А, вот шапка. Есть у кого жопы эти? Как они? Что? Где-то не 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 жопы этих пауков. Такого у меня в рюкзаке лежали, нет? Смотри, вот здесь. Жень. Ща гляну, жопы пауков. А нету, нету. Нету? Нету? Нету жопы пауков. Нету? Скиф, у тебя нет жопы пауков? Подожди, а, ой, ой, у меня есть железо, да? Да. 10 штук. Жоп. Нормально. Я думаю, что за... Жопу пауков. Блин, хорош он бегает, заколебал уже. Что вот. Боюсь. Так что мне. Ща я на... Я себе пару оставляю резко там. Да-да-да, правильно. Что я хочу? Я хочу опять сделать шапку. Камень-грелку. Шапки ломаются. Я, кстати, куртку забрал, я не знаю, чья это. Ну я свою одел. Не свою куртку. Ну надо будет мамонта. О, зима же, ё-моё. Да-да-да. Опять ты гнома греешь. Опять? Папирус, 25. Папирус есть у нас? Нет, уже. Был. Я уже знаю, у кого моя куртка. Да, ну я тебе могу отдать, мне все равно пока от базы некуда бежать. Надо это, надо на это. Так, папируса у нас точно не было, ребят? А мне куртка не нужна, мне нужна шапка. Шапка это моя, не да, не дам. Сейчас. Бифельская, сразу говорю, моя была, я точно помню. Ага, у меня тоже была бифельская. Это была моя. Ничего не знаю. Так. Блин, я вообще ничего не мог найти. На, Скиф, Скиф, на, вот это. Ничего-нибудь. У меня к тебе будет просьба, Скиф. На, вот это, даже на, вот это тоже, вот на. Не, мне это не надо, мне надо шапку. На, вот шапку тебе тоже. И вот этот, ну, не хочешь, как хочешь. И иди на болото. Нам нужно. Набирай камыша, да. Пока скорость надо было бегать, я бы там прям... Да-да, вот это ты и делай. А я уже скорость теряю, все. Трость бери и беги. Я с тростью бегу. Вот бегай, да. Нам нужно очень много папируса. А все, у меня все системы в норме, все. Все равно беги. Иди собирай. Черт, а тут еще по... Ого, прибежал. Так. Стоп, о, я знаю, сейчас будет файт. Просто мега... С щупальцами? Я их завез... Да. На болото. Я об этом только что вспомнил. Так, все, ребятки, коман сюда. Не, вот я серьезно. Виталий, у меня все есть, кроме папируса. Сейчас будет. И я бы сделал нам шприцы. Нету папируса. Сейчас будет экшен. А что у тебя? У тебя есть, допустим, эти жопы, эти. Лечилочки или. И этот Йохансон все тут бегает, он достал. Жало где-то здесь. Нет, это я собрал. Я говорю именно у тебя. Нет, у меня ничего нету. У меня вот инвентарь, вот честный разлаз, шлемофон. Нет. Я вообще воу. Все, я понял. Так, стопы, а почему они такие медленные? Нет, ну вот эти, конечно, они... Паучихи очень медленные, на самом деле. Да, паучихи медленные, но у них, по-моему, есть лимит по паукам, потому что она наплодила их к долбанную гору и как бы больше вроде не плодит. Ну же, Скиф, нам же хватает трех паучих, учитывая, сколько они там плодят, по 15, по 20 штук, наверное, блин, с одной паучихи. Так, я... О, блин, мне далеко их везти, они такими темпами идут. Да ты, главное, папирус собирай. Нам, чтобы с Виталий восстановить ХП. Да, потому что это да, печаль. Я хочу этим убить. То мы бесполезные, мы бы так, может быть... Ну да, мы так быстрее бы их затюкали все, а так все будет. Меня разбьют, и все, я считаю, уже следующий удар у меня будет, может, не фатальный. Только, у меня вон 30 ХП тоже, блин. Не, у меня 50. У меня 30. Кстати, что по... Да это рано еще. Не, ну просто я вам... Не волнуйся. Кстати, я могу еще одну. Что еще? Хорошо, ну, я рад. Да. Мне полегчало. А что такое?
Пусти... Так, вот нахрена мне перья? Нахрена... Надо вообще духовые дротики поделать. Слушайте, вы как насчет этого? Я их не особо никогда не делал. Такая бессмысленная вещь, как вообще. Но как они, они что-то чересчур сложно крафтятся, чересчур бесполезны. Ну, хотя польза от них есть неплохо, но если вот именно крафтить крафт. Вот эти вот из белых перьев, которые, ну, из снегирей из этих. Паучиха вросла в землю маленьким коконом. Да-да-да, она, если какое-то время ты бегаешь, уходишь от нее, приходишь к ней, то она да. Ой-ой-ой-ой-ой, я чуть тапки не склеил. Нормуль. Суперклеем. Жень, а может быть и не смогу одну еще. Так, я иду на болото. А, тут везде папирус надо, так что нахрен вот это вот надо мне вообще. Я не буду делать этого. Что именно? Ну, духовые дротики. А нафига? Там, ну, знаешь, просто раз сидим дома пока, знаешь. Если только, блин, если только к приходу циклопа оленя. Да ну, все равно в попу его. На болото его поведем. Да на болото его поведем, ребят. Циклоп оленя. Шатаем, что нет. А, тратить на него вот это вот. О, питайчик. Еще одна. Питайчик. Да, они сейчас все начнут вырастать потихонечку. Так вроде же зима, как они вырастают? Ну тут видишь, вот межсезонье как раз. Зимний дождь. Зимний дождь? Это зимний, печаль. Зимний. Суровый и зимний дождь. Дождик, ты зимний. Там и возле базы что одеваться? Ладно. Покатрёмся. Покатрёмся возле базы. Покатрёмся? Я что-то стою, ничего не делаю. Это одно слово такое, покатрёмся. Покатрёмся. На чем ты покатрёшься? На чем покатрёшься? Это как покатрёшка. Покатрёшка? Это как матрёшка, только покатрёшка, да? Матрёшка, покатрёшка. Обрадовался, ага. Скиф, собирай давай. Воу-воу-воу, всё, я собрал флюх. Плюх собрал такой. О-о-о-о-о-о-о, я и забыл, как тут опасно. Неудобно так сейчас сидеть. Ляж. Ой, ну, ляжь, с ногой, да? Ну да. Ой, увы, так, ребята, да. Щупальца ночью спят. Угу, сейчас, надеюсь. Тем более ночью там, знаешь, очень их так видно сразу. Всех. Надеюсь, и жди, скиф, что-нибудь. О, поможет. Снежок. Джингл-беллс, рот. Дун-дун-дун-дун-дун. Блин. Так, а я еще и мерзну, окей. Так, питайчик забирай, это. Воу-воу-воу. Все супер. Jingle bell, на он уэй. На-на-на-на-на-на. Скиф? Привет. А вот... Да. Нифига себе. Это печаль. Привет. Так, кто жертвует? Наверное, я, если пожертвую, то я умру совсем. Нет? Как ты совсем умрешь? Я тебя резну. Не, чем ты меня резнешь? В смысле, у меня есть резко. А, нет, знаешь, как я лучше сделаю? Да, я, Виталий, лети, скиф на базу. А, жди, вам надо это комбо из двух делать. Один жертвую с собой, да, чтобы да, сделать. Да, да, да. Я пожертвую с собой, да. Давай, жертвуй. Не, пусть сначала прилетит скиф. Че жертвовать, пока он не прилетел? Я просто щупальца окружили, и там просто такой этот. Да. А куда? Зачем мне к вам лететь, если вы. Ну, чтоб мы тебя резнули. Я к тебе не добегу, мне кажется. Черт. Тем более я вообще без понятия, где ты, это понимаешь? А ну как, где? На поле щупалец. Ага. И ты, да не, скиф, давай к нам. Давай я лучше даже, ты к нам. У меня даже на карте это не обозначено. Не, я-то знаю, где это, но давай лучше ты к нам, скиф. У меня шапки нету там, у тебя есть шапка. Я могу тебя одолжить. Не надо, я не пойду. У меня теперь светло хотя бы стало, а то было что-то темно, только я видно, я карту открыл. В конце зимы у нас будет еще пироги к питаю, они долго растут зимой, очень долго. Ага, робот. А летом вообще, я вот играл за ВС, а летом вообще такая жопа что-то вырастить, я тебе говорю, все сохнет. Черт, мне потом бежать через всю карту. А эту машину, не? А, она мне тушит костер, эта машина. Так, а мод поставить, чтобы она не тушила? Она тушит как раз таки костер, который из мода. Нет, она с ним конфликтует. Который у меня нет, этот мод стоит. О, тут паучиха. Фила. Но она с ним конфликтует, я же тебе говорю, и она тушит его. Давай, скиф, дуй сюда. Да я лечу уже потихо. Жень. Да. Я вместо скива. Я не буквально. Попутный же. Ветер. Паруса. Я не верю в паруса. Но летит машина в ануса. Дрожа, дрожа. Гнется через жопу. Блин, ну почему, Викма? Ну почему? Какие ануса? Анусины. Анусоидные. Анусоидные, да. Вот скип, вот скажи, почему у человека пизде анусы мерещатся? Потому что, понимаешь, когда идет жизнь через жопу,
то да. Это нормально, да? Это норм. Я вообще отказываюсь комментировать просто. Если что, парни, кто смотрит, я их не знаю. Что, кто? Кто тут, кто-то еще? Какие на тебя носы какой? Ой, все, ребят. И все. Лучше ресните меня, хары уже эти. Сейчас, секунду, подожди. Да, я скину говно. Ведро пролетело. Ведро пролетело с болтами. Ну что? Давай. Где это? Мри. Так, Пам-пам-пам. Желез нету. Тур-комбо-момбо. Желез нету. Я ж все потратил на лечилки. Пауков убивать. Топ, а я... Самое забавное, что у меня тоже только резнуть смогу, если добегу до себя. Шикарно. У меня желез... Говорю, у тебя есть жало, Виталий? Не, нету. В Честерах заглянуть впаду. Побежали тогда за мной, и там, где мои... Где... У меня в сумке там все есть. Чувак, что-то мне не хочется умирать. Так, это я в холодильнике дома оставлю, чтобы не тратить. Ладно, пошли. Я чувствую это... Вот теперь небольшая пошла. И чувствую припекание. А если мы все умрем, то это все, да? То по идее сервер закроется, и заново, типа. Ну, я такое слышал. Я ни разу так не делал, но я слышал такое. Я думаю, мы сможем это продемонстрировать. Классно, шикарно. Виталий, у тебя есть дрова? Одно. Нет, я вернусь обратно лучше. Нет, полно. Так, окей, сходили. Сейчас я быстро, ребят. Лучше я за дровами вернусь, чем потом. Не трогай, я уже вижу твою эту мысль, которая зарождается. Почему бы и нет, не убить паука вот этого с поднизу, ну? Из него может жопа вылезти. О, он напугался. Что-то не очень. Эй, стоять, животное! Так, а то у меня камень грелки нету, ну ладно. Умирать, паук. Я теперь понял, почему Вульфрин умирает. Почему? Он агрит врагов. Что делать, пока Жека бегает? А я что делать? Пауков будить. И бегать по кругу. О, стой, сейчас резну. Логично же. И... О, я даже не сдох. Твою мать, жопошник сзади подкрался, чтоб тебя перевернуло, говнодав ты хренов. Гнида ты шестилапая. Ой, я чувствую, у нас нет надежды на выживание. Пошел в жопу отсюда, урод. И ты тоже, вали отсюда. Резни его, Скиф. Ой, это Виталий. Твою мать, чтоб тебе, блин, шестиглазый ты анусолог, блин. Забирай вот эту траву забирай. Так, о, мусолок тоже порезал. Траву забирай и пошли. Пошли к тебе. Подожди, может здесь жопы набьем, а куда? Ну убейте их хотя бы, да, я не знаю. Так, какие жопы набьем, пошли. У меня механизмы нужны, чтобы я отхилился. Я чувствую еще один минус. Так, стопы, я, блин, без веток, без нифига, я же долго не выживу. Скиф, ты бы побил их, у тебя сколько там хп? Скиф. Кем бы я победил, у меня ни оружия, ничего. Скиф, иди сюда, смотри, тут лечилки у меня есть, лечилки, 15 лечилок мази. Да не, я сейчас механизмы соберу, мне только ветки. Скиф, ты меня резнул, Скиф. Сейчас, жди, ветки, сейчас ночь наступит, а я без веток. Да тут у меня были ветки. Вашу матена базовую, иди нафиг. О, сейчас меня паук убьет. Черт. Как паук, сколько у тебя хп? Как паук тебя убьет? 30 уже. А почему? А, значит, так вот лечилки у меня есть, Скиф! Ну, максимально, сколько у тебя хп? Максимально много. Ну, так вот лечилки! Сейчас я иду к тебе, секунду, у меня паук шлепнет. Я обхожу его. Ой, я мерзну. Ну, вы видели эту подлость просто? Он сзади подошел такой, у меня шкряп-шкряп. Я в шоке, ребят. Ну. Еще, понимаете, у меня это с такой стороны, что он у меня за кустиком стоял. Это говно. Капец, я отвык от такой пищи. Не идет, смотри, еще понос прохватит. О, господи, вот вы... А жопки есть эти? Нету, это надо убивать, убивай их, Скиф. Надо убивать. Бери, вот копье у меня, вон, копье. Я миролюбивый робот. Вот копье, вот. Скиф убивать, да? Вот копье. Херач их! Так, злое привидение мне учит плохому. Идем, я тебя плохому научу. Где-то тут были пауки, Вася. Да вот. Нет, мне не надо вот этих рыжих. Да давай, херач, подумаешь. Он один тут вообще, бей его. Рыжий, я Августин. Рыжий, Августин. Августин. Они идут все равно, я сейчас рыжим попытаюсь перехватить.
Я перехватил рыжего, нормально, я перехватил его. Ой-ой-ой. Стой, рыжий, стой. Эй, ночь. И тишина данная навек, на-на-на. Вот они ползут, тут о, пингвины, твою мать, что за херь? Спилберг. Что за херь тут происходит? Нет. Это Дон Стар, детка. Да поставьте вы костер уже, ну. Нету дров. Капи, у меня там дрова есть. У меня есть дрова, но тут проблем много вокруг. Так лучше? Можно греться, чё? Так, я горю, правда? Полыхаю. А, я уже до себя добежал, наверное. Я загораюсь от нежности. Жжём? Опс! Да что такое? Опс, это я! Я хотел поджечь. Бредное привидение такое, а? Взял, срубил. О, горящий пол. О, мясо. Круто. Ва! Ты понимаешь, так железы сгорят, если ты будешь их огнем бить. Да ладно. 10 хп, ребят. Фигач. Ударил, отошел. Давай еще одну. Фигач. Покуси. Я свечу. Блин, да что ж такое? Я свечу. Может быть это, да? На куда? Что? У меня 19 жизней, господи. Какого? Идем за моими лечилками. Пошли. Надо идти, говорю, до моей этой, у меня там полным-полно. Ну идем, ты полечишься и пойдем к тебе. Это проще всего. Идем. Вот, говнюка вот, не разбуди. Вот этого можно убить, я его сейчас отвлеку от вас. Где моя мышка? Иди отсюда. Правильно, вали. У меня 10 хп. Я же вам еще рассудок потрачу. Да? Он к вам. Так, ну все, побежали быстренько, до меня сбегаем, да и все. Пошли, я за тобой. Правда, я сейчас все там помрут. Понимаешь, я там замерзну, пока дойду домой, ну норма. Я тебе это, что-нибудь дам. Согреешь меня? У меня там шапка есть, я тебе дам твою эту толстовку. Вот этот вот робот меня согревать будет своим металлическим торсом. Торсом. Прильну к его торсу металлическому. Ты думаешь, он торсом тебя будет согревать? Начинается как афилия вот это вот. Нифига себе просто, сколько пауков спят. Ты не говори, что-то я в шоке. Что вы тут вообще делали? Вы помогали паучихе размножаться? Это просто паучья ферма. Господи, а. Какого хрена, ребят? О, Петя. О-хо-хо. И здесь тоже. И, да ты, ладно. И ты, Петя. Ой, я мерзну насмерть. Вот жопа, ребят, алё. Вот жопа, действительно. Вот жопа паучья, вон жопа паучья. А дрова есть у кого, не? Нет? Сейчас, секунду, костер ставлю. Кто пауков наагрил? Да это вы наагрили, шни. Так, Виталий, умирай. Нет. Так, стоп. Нет, я буду жить. Виталий, ну что такое? Ну зачем? Воу. Я буду жить. Скиф, далеко твои эти лечилки? Где-то есть. О, нормально, они наагрились. Пацаны, я паучью железу забрал. Молодец. Че еще сказать-то? Сейчас ачивку тебе дадим. Ну где? Потревожить скиф 888. Я могу тебя потревожить. Это теперь так называется? Ёп. Это было близко. Так. Ой, прости. О, господи, нет. Ай, бляха, муха. Где наркоманы, ё-моё? Так назад, вот, скиф, вот же. Нет, сумка у меня отдельно. Да? Ну не знаю, вот железы. Ну где? Слышишь звук сумки? Ну вот железы. Иди сюда, у меня все есть уже. Ок, иду. Вы где? Где болото это? Где? Я не вижу твои сумки, скиф. Да я уже взял. А, тюхима, я бегаю, лети, твою сумку ищу. Лети. Пацаны, я замерзаю. Воу-воу-воу-воу. Назад, скиф! Фак. О, нет, это просто. Я могу видеть, у меня максимум 30 хп, ура! На. Что ты мне дал? А, спасибо. Так, у меня 174 максимум, офигеть. В половину срезало резко. Ну не в половину. А, меня не половину срезало, я же вас срезаю постоянно. А у тебя за это снимают? Ну скорее всего, это не бесплатно. Ребят, вы где? Мы умрем. Че, пошли?
Ты куда вниз пошел? Да я собираю, видишь, мне, нам же ж надо. Как мне свои шмотки подобрать и не сдохнуть? Вот. Ну сейчас будем аккуратно поднимать. Потеря, потеря. Сейчас я броню возьму хотя бы, а. Помогите, мать. Ты только не лезь, Джек, а то это... Я думаю, ты долго не выживешь. Да. Вижу, вижу. Я просто смотрю, где это, где граница, где можно собирать, а где нельзя. По-моему, там нигде нельзя собирать. Не, ну что-то можно, я что-то собрал. Тебя когда будем завязывать? Ям. Кого? Пупок? Ты успокойся, что только бы завязать что-нибудь, ям. А? Да у меня нога болит. Ух ты ж! Это очень страшно. Ну вот завязал, молодец. Еще тебе два чипа. Живи! Черт, я мерзну. Я к костру. Я сюда же, да. Ямку завяжу. Так. На-на-на-на-на-на. Эй, да. Это весело, да, ребят. Я смотрю, веселишься почти каждую серию-то. Каты вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Только Васильев, не надо, чтоб ты еще. Так, не, я весь в броне, блин. Весь в броне? Как весь в говне, только весь в броне. А я весь в броне. Как я... Скиф, ты ничего не это, не перепутал? Воу! Да. Так, окей. Я пытался. Я всего лишь пытался. Давай, Скиф. Да, да блин, понимаешь, вот это изначально подкосило нас, что надо было, блин, прямо изначально готовить вот эти штуки. Какие? Ну, эти, шприцы, знаешь, на будущее. А мы что-то о них вообще не это. Так, да. Сейчас я тебя опять резну. Давайте посмотрим, у меня сколько мне жизни вообще? 208 максимум. Хорошо, давай резай, я уже не буду особо лезть вперед. Я не знаю, где вы, короче. Ну, на Эбооле, где этот квадрат из тентаклей? А где он? Сколько у тебя стало? Ну, что-то 200 или нет. Ну, по-моему, то же самое, или чуть меньше, не знаю, короче. А мне норм, мне тепло. Ладно, давайте, может, тогда на этом и это того. Да. Че, я дай курточку хоть заберу. Ну то я тут вообще дуба дам, пока я дойду. Я хотя бы прилечу, где я умер. Вон, Честерги сидит. Я пытаюсь дособрать, но пока что не все. О, паучиха, ребят. Иди-ка-ты-ка! Как-то он, знаешь, я подошел, никто не вставал. Я, ну, остался на месте там, и он встал. Вставать. Опасно. Да очень опасно. Ребят, всё, да в шопу, короче. Да, давайте все. Давай я к костру сейчас подойду, и я не знаю, сколько там минут. Думаешь, уже все? Что-то да маленькая серия, не? Какая маленькая, ты че? Ну, экшон, понимаешь, экшон, он время как бы ужимает. Тебе кажется. Так, я у костра. Аналогично. Потревожить королеву пауков, я ее сейчас отдрюкаю. Ну, так что, заканчиваем, да? Или давай к утру ближе закончим. Да, так, потому что, ну, реально такой экшон был, прикольно. Все Честер убили. Все везде. Ну, так моя придет, первая честно. Смерть таки. О, Грю, привет. Спучи на меня. Так, это у меня печаль. Так. У меня 165. What the fuck? Это как вообще сейчас было? Он меня даже не задел. Он встал возле меня, но не задел. Мастеру ворота. Да вообще, у меня там уклонение 50, 80. Как Нео просто. Воу, скиф. Ну я вижу. Мы на болоте просто костер развели, как бы не очень. Да. Ну, тогда, да, кончаем, ребят. Кончаем. Блин. Шикарно. Надо в следующей серии, мне кажется, не собирать вот это, что там выпало. Похер. Идем ближе к базе. А я уже все почти собрал, походу. Ну, тем более. Идем ближе к базе и там живем. Как нам резнуть. Шикарно. Да. Поправь рассудок. Да. А он, кстати, не все равно не особо. А из-за Скива. Ой, из-за Виталия, он же призрак. Ну все, огромнейшее всем вам спасибо, что посмотрели этот видеоролик впервые на канале. Не забывайте подписываться на наши каналы, писать свои комментарии, советы, лайки всегда приветствуются. И не забывайте подписываться на Скива и на Виталия Вульверина. И подписываться на наши группы ВКонтакте. Всем покедова, ребят. Бай. Пока-пока.